солнышко погреться, лицо подставить, погреться солнышко, на солнышке. Вот это очень хотелось. Потому что солнце в космосе, оно все-таки не такое, оно опасное. Через иллюминаторы, которые не защищены специальным покрытием, на солнце смотреть нельзя. Оно очень вредно. Поскольку мы находимся здесь в изоляции, от нас достаточно далеко находятся политические проблемы. И у нас экипаж, который шел к этому космическому полету, поэтому мы как бы люди одной среды, и поэтому мы понимаем, что мы должны хранить, мы все именно люди. Одна семья. Одна семья становится. Да, мы становимся одной семьей. Поэтому, если вы увидите, что все сейчас возвращаются с космоса и подчеркивают, что в космосе на Международной космической станции политика отсутствует. Там действительно семья, которая выполняет одни и те же задачи, стоит перед одними и теми же проблемами, и действия одного человека могут привести к, так сказать, необратимым последствиям для станции. Поэтому здесь приходится работать одним коллективом. И коллектив профессиональный.